случилось? Это так странно. Почему я здесь? Что это за место? Что ты делаешь в моей комнате? Ты меня видишь? Призрак! Не подходи! Предупреждаю! Это меч персикового дерева! Я уничтожу твою душу! Нахалка! Я похожа на призрака! Не сердись! Не сердись! Давай поговорим! Ты... не обижаешь меня, а я не трогаю тебя. Хуан-Ся-Юй, ты готова или нет? Брат! Там призрак, призрак, призрак! И где твой призрак? Вон она идет сюда. Мне так страшно! Ничего получше придумать не могла? Но призрак и правда есть. Посмотри, она прямо там. Жалься над своим несчастным братом. Счетчик тикает. Ноги в руки пошли. Магический барьер движется. Значит, барьер связан с ней. Почему я вошла в ее тело, но не могу двигаться? Это потому, что она слишком ослабла? Нет. Я должна найти способ вывести яд из тела. Мы пойдем в палату Хуан Цяоюй чуть позже, поздороваемся с ее семьей и сделаем пару фоток. Другой человек пострадал вместо тебя, на этот раз ты спасся. Когда злоба одолевает разум, приходит ночной кошмар. Твое тело принадлежит мне. Отправляйся и найди мне ледяной камень. Боец Хуан Цяоюй. Почему ты даже не укрылась? Сними под этим углом, не волнуйся. Боец Хуан Цяоюй, я так расстроился, когда ты заболела, даже всплакнул. Я очень... брат. Кровотечение. Доктор, у нее кровь течет. Доктор? Малышка, позови охрану. Бегу! Ты доктор или кто? Ты что делаешь? Не снимайте! Не надо! Не снимайте! Мерзавец.